принц Артес. Мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудмур, воспитанницу Киринтора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Во имя правосудия. Разумеется. Отличный план. Принц Артес, с мостом что-то не так? Конечно. Смотри, это принц Артес. Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем, но это довольно опасно. За честь и отвагу! Перережем их всех! Разбойники! Спасайся, кто может! Грабим город! Спасите нас! Разумеется. Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Конечно. За честь и отвагу! Отличный план. Не нужно кланяться. Милорд, неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Конечно. Отличный план. Разумеется. Я могу помочь. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. Это забавно. Во имя правосудия.
за моего отца! Отличный план. Разумеется. Готовьте щиты! Стрелы не пробьют их! Защищайтесь! Скелеты! Уничтожить их немедленно! Конечно. За честь и отвагу! Что это за твари, сержант? Нежить, милорд! Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Я служу свету. Во имя правосудия. Конечно. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Разумеется. Конечно. Я служу свету. Разумеется. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освященной божественным светом, обретет исцеление. Так точно. Да, сэр. Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. Ты сам напросился! Интересно. Звучит неплохо. Я посмотрю. Отличный план. Поздно просить пощады. Разумеется. Конечно. Отличный план. Конечно. Мир вам. Мы, жрецы из Кель-Таласа, пришли, чтобы исцелить эту землю. Мы высоко ценим великодушие эльфов. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. Мы заглянем туда. За честь и отвагу! Разумеется. Во что это вы стреляете? Разносим по костям этих чертовых скелетов, сэр. Горящие деревни прямо кишит ими. Мне нужна ваша помощь.
Нужно уничтожить амбар на окраине деревни. Прикажете открыть огонь? Отличный план. Разумеется. Свет дает мне силу. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Мы раскрыты, братья. Уходите и продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Спи спокойно. Я служу свету. Разумеется. Отличный план. Нужно уничтожить этот амбар. Отличный план. За честь и отвагу! За моего отца! Что это было? И кто этот маг в черном? Думаю, некромант. Наверняка это чума. Его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдем ответы на все вопросы.